Вертеч, я люблю тебя и всех остальных. А знаете, что я люблю еще больше? Рекламу. Arizona Ruli Play Phoenix. IP, а также мой никнейм, а также мой промокод, а также The Good Choice. Все находится в описании данного видеоролика, и много еще всего находится там. Но давайте сегодня мы с вами посмотрим Феллини, гения режиссуры в GTA Самби и во всех прочих вещах. Давайте чекнем, посмотрим. Возможно, чему-то я у него поучусь, научусь. Все-таки человек, наверное, на режиссера учится. Я не знаю, может, еще на кого-то. Но можно и приступить. Данил, а давай играть на что? Аризоне Скотт Дейл и... Аризона Феникс, Аризона Скотт Дейл, это, ну так скажем, ну это для чая бигуди, не надо. И введем там промокод Феллини с решеточкой. Промокод NoToxic54, Феллини это до свидания, это никому не надо. На 600к, давай! NoToxic54. А лучше никнейм Данте Коннор. Давай. Чё, ты промокод уже ввёл? Да. Без меня? Ну да. Ты конченый. Сам конченый. Нет, ты конченый. Почему я конченый? Блин, у них, знаете, вот скетчи начали повторяться уже, то есть вообще уже нельзя и не повторяться, и там по второму кругу идти, или там вообще становится очень плохим фигу, ну такой И чё, нас пустят на военную базу? Да, я же министр. Когда захотел, тогда и приехал. Блин, мне очень нравится этот, знаете, режиссерский прием, что постоянно все приближается, как будто у тебя, блядь, наркотрип, и ты сидишь, блядь, у тебя все плывет туда-сюда, блядь, приближенно хуя. Динамичность, типа, ну может динамичность, ну похуй, ладно. Вот за опять приближение. Отлично. Эй, солдат! Вот склейка кап, ну отлично. Открой КПП! Вот эта вот тряска туда-сюда, вот это вот, блядь. Ну это неплохо. Ну, бля, вот это приближение. Пошел нахуй! Эй, как ты разговариваешь с министром? Слышь, хуй, я тебя сейчас сожру и высру, пидорас! А ну ёбывай отсюда, гондон! О, быстрое приближение, это реально Что круто. Что ты сказал? Все, я ухожу, совсем ебанулись в лицо своим КПП. Ренивал, в кабинет генерала! Опять приблю, мне как будто все плывет. Здравия желаю, товарищ генерал, блядь. Ну что ж, Ренивал, поздравляю с возвращением в военные ряды. С тобой тут замминистра побазарить хочет. Как прошли учения, солдат? Я съел белку, которая скормил медведя. Чё это меня хочет этот очкарик? Да нам вообще-то похуй, он из вежливости спросил. У него есть для тебя задание. Короче, ты должен... Да чё он так всё приближает, но у меня прям плывёт пиздец всё, мне сейчас тошнить тащит. Сопроводить министра до Сан-Фьера. Ситуация с Бля, это смена кадров, это просто сильно пиздец. Обострена, и нам нужна двойная защита. Да схуяли! Это приказ! Да мне похуй! Ты даже не узнал, что тебе за это будет! Мне не нужны деньги! Мы говорим не о деньгах, сынок! Кто заказывал два мешка сухариков? Это шутки, типа, шутки. Типа смешно. И типа прикол в том, что никто не заказывал. Поняли, типа? Я в деле! А, нет, типа награда, два мешка сухариков, типа, поняли? Блять, охуительно. Типа, прикол в том, что за деньги он не согласился, за сухарики, да, нет, чуваки, реально. Бля, съемка просто, блять, как будто бы, я не знаю, нахуй со спутника за ним следят. Визуальное повествование просто охуительное. Какой, блядь, план сейчас? Это общий, это крупный. Он, блядь, приближается. Все, нихуя не понимаю, блядь. Я как будто бы нахуй... Здравия желаю, солдат. Блядь, под наркотиками. Нам предстоит нелегкий путь. Давай, жми на газ. Здравия желаю, пидорас. Какого хуя? Почему именно тебя? С приказом не поспоришь, сэр. Не сэр, а товарищ Мэм, блядь. Хуистер. Хуистер, о, блядь. Ладно, уволю тебя по приезду. Хуёлю. Поехали. Хуехали, блядь.
Вагулик, сколько нам хуюлик осталось ехать? Вы приехали в пункт назначения через полчаса. Это что сейчас? Хуй часа, блядь. В военных машинах теперь такой навигатор. На это было выделено те 150 миллионов? Тебя ебет? Я их выделял. Мне похуй. Через 300 метров ремонт дороги, Джанем. Через 200 метров какая-то толпа арабов с оружием. Походу вам пизда, я съебываюсь. Что? Да блять! Блять, у арабов тот же транспорт, что и нахуй у чуваков с военки, охуительно. Охуеть, ну давайте еще подольше подождем, бля. Давайте на лица сейчас приближаем каждого этого, блять, араба. Выходите из машины! А можете поебалу дать? Все, я все понял, пацаны. Что дальше делать? Эй, какой от тебя толк, если нас все равно взяли в заложники? А какой от тебя толк, если ты проебал 150 лямов на хуйню? Справедливо. Молчать, уроды, руки! Это смешно, потому что, блядь, абсурдно, настолько хуйня абсурдная. За голову! Блядь. Ролики Батури начали обретать смысл. Че стоите, руки за голову, говорю! Такой анимки нет. Давай просто вверх подымем. Руки вверх! А нахуя мы руки вверх поднимали, если нас все равно... Эй, министр! Министр! А? Пошел нахуй! Где я? Спроси у голосового навигатора, на которого 150 лямов выделили, дебил! Заткнись, мы вообще из-за тебя! Так ему же похуй было, блять, а почему? Я не понимаю, ему же похуй было этот навигатор за 150 лямов. Это же, я не понимаю, блять. Тут ты должен был меня защищать! Не ной, девчонка, сейчас выберемся отсюда. Бля, мне интересно, а мешок сухариков, он как-то будет, типа, это самое, ну, развит как персонаж? Эй, Джимшут! А? Хуйна! Как ты со мной То есть, блядь, я не понимаю, а какой смысл водить мешок сухариков, блядь, два мешка сухариков, если они, блядь, ну это же абсурдная хуйня, пиздец. Разговариваешь, русская свинья! Сюда подойдите, чё как тёлка стоишь-то? Я не тёлка, тёлки носят! Ту сцену, блядь, сухариками можно было нахуй вырезать, ничего бы не поменялось, потому что мотивация персонажа нахуй непонятна, пиздец, охуительная, блядь. Хиджаб! На мне нет хиджаб! Так на тебе же хиджаб. Ну все тебе хана! А если запахом свинины молекулы свиньи в тебя попадут, это грех? Блять, это просто, блядь, какой-то, блядь, не смешно нихуя, блядь. Тебе конец! Блять, как Тарантино снимает драки, блядь, просто охуительно. Охренеть! Теперь его ждут 60 девственниц. Или что там им обещают? Стой! Это не арабы! Чё? Тату на его руке! Мусульмане такую не сделают! Пиздец, блядь! Это не арабы! Это наши военные! Чё это значит? А, ну вот, блядь, и раскрыли грузовики. Меня хотят убрать, кто-то из своих. Ну ты лох получается. Нам надо выбираться отсюда. Так два мешка сухариков не дадут получается, блядь. Ладно, сыкуха, сейчас разберемся. Так мотивации у него получается теперь вообще, блядь, нет. А, блядь, чё? Блядь, а нахуй... Блядь, вы чё, вообще ёбнулись, что ли, блядь? А нахуя тогда вот этого вояку, блядь, представлять за ней, если надо было, чтобы его убили, блядь? Так легче было нахуй никого не подсылать. Пиздец, гениально.
охуеть, блядь. Охуеть, если он сейчас всех этих будет показывать так, блядь, то это просто пиздец. Там их, блядь, штук 12 было, нахуй. Сейчас, если каждого он будет показывать, как убивает, это просто пиздец. Блядь, ну охуительно. Да, вот трясущаяся камера, бля, вот этот режиссерский операторский момент, охуительно, блядь, под музычку. Вот, а ты очковал. Блядь, так получается, вояку-то нахуй уволят? Пиздец, потому что надо же было, блядь, убрать. Почему ему, блядь, тогда не сказали, что его убирают, блядь? Он бы его нахуй с обрыва скинул. Пиздец. Сюжет охуительный, Феллини. Вы попались, пидорасы, я мусульман. Я знаю, что вы не исламисты, вы из ВВС, но зачем вы это делаете? Ладно, урод, ты нас раскрыл, но перед тем, как убить тебя, я расскажу весь наш план. Драма охуительная. О, дождь закончился. Нас послал твой зам специально, чтобы тебя не стало. После твоей смерти он займет место министра, и мы все обогатимся. Уроды, я знал, что здесь что-то нечисто. Поздно. Бля, какая грация, какая игра слов, какие, блядь, диалоги. Это просто, это блядь, теперь ты умрешь, какие сценарии. Щенок твой тоже. Ты сопереживаешь этим персонажам на протяжении 11 минут. Нам не раскрыли, блядь, не министр. Мы узнаем, что министр, блядь, гнида. Так пусть его и убивают, нахуй. Это ж просто, блядь, ну это пиздец. А вот сейчас обидно было. Эй, пидорасы, глаза свои на меня делайте, да? Я, конечно, не святоша, но вы отвечаю крысы. Что ты нам сделаешь, вашара? Я ничего, а вот ядерный удар со спутника, когда ебанет, вам пизда. Ядерный удар? Твою службу ебал, ты же из военно-воздушных сил. Не знаешь, что такое ядерный удар? Ты блефуешь? Вообще-то да, но ты уже проебался. Убить его! Бля, видели этот кадр? Видите, он, бля, в камеру пошел. Охуеть, этот переход был, бля, охуительный. Убить его! То есть, бля, стыковка кадров охуительная. Можно было сделать, как он поворачивается, и следующий, блядь, но в Феллини охуительно. Да чтоб вас! Ты так рисковал, пока блефовал? Я что, похож на лоха? Я блефовал то, что я блефовал! Как вы могли их упустить? Сэр, там в небе что-то светится! Блядь! Слышь? Еблан, как ты узнал, что с нами случилось? Я же профессиональный сыщик, военный красавчик. Я не подведу министра. На это было выделено те 150 миллионов? Через 300 метров ремонт дороги, Джанем. Ну это неплохо. Тупой министр. Через 200 метров какая-то толпа арабов с оружием. Походу вам пизда, я съебываюсь. За 150 лямов можно и навигатор поизображать. Ну что, Вагулик, получилось? Они не узнали, что мы спиздили эти бабки? Не, он подумал, что я навигатор. Отлично, Вагулик, молодец, Самуйтане. Бля, вот видос сейчас закончится, два мешка сухариков, сука, получается, никто не заплатит или что, я не понимаю. Вагулик, что-то они остановились, там все хорошо? Дядя, походу у министра проблемы немного. Откуда он это узнал? Блять, ну... Охуительно, ладно, подписывайтесь на канал ZDC, заходите на Arizona RP, я не знаю, это просто, это... Если хотите, чтобы я разбирал Феллини и дальше, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, потому что такое, блядь, снимать, но это блядь, это свои режиссерские методы, это просто, это, блядь, артхаус GTA-самповский охуительный, блядь. До свидания всем, пока, просто пиздец.